Блюдо выглядит стильно, приготовление очень простое. Рецепт довольно простой, вы будете рады украсить ваш стол таким красивым и вкусным блюдом. Список ингредиентов в конце видео. Ингредиенты. Вырезаем прямоугольный кусок из дольки арбуза. Делаем круглую ямку в крайней части прямоугольника арбуза. Заполняем ямку сыром и приправляем мятой, можно слегка приправить солью. Блюдо подается на охлажденной белой тарелке с веточками мяты. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Арбуз 1 штука, мята 1 штука, сыр фета 1 штука, соль 1 штука, количество порций 1. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачи!